We must fight the generator. Oh, me, I have a flashlight. I don't sure we fight the tech beast. Tech priest is leaves this base. Trying to find the ancient manufactorum in this planet. No, I hear this from my sergeant. I think this is the man of the Mechanicus complex. Oh, I see the servitor. He don't walk in now. And come closer to this. Yeah, yeah, the servitors, they can record you and send this to our tech priest. And after this, they turn you in the servitor. You try and go up and check. Yes, it might be quiet. Do you have the night vision device? Nice. I turn off my flashlight. You silent, go to the stairs and look from high. Where can you from here?
Прием, как слышно? Где это вы сейчас находитесь? Сейчас. Нашел генератор? Где? Хорошо. Yeah, our friend finds generator, follow me. Oh no, I think they can't. If you don't come closer. But mechanicals have servo school in the complex. One of them detect you. Have a bad news for you. No. Generator is down. The silver school in reserve. No. Bad in high gothic, but I'm trying. If generator is front of us. They must be here. Yes, the generator. Чё? Ну, вот. But we must repair that. Careful, it can shock you. Шо тут? Да, то, что нужно. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, тут плазма капать не должна. Наверное. На. He said, we need to patch the cables. Где там этот остроянец? Думаю, сможет. Careful. Yeah, maybe we should. I think he ignore you. Well. Игорь, у тебя есть опыт в починке генераторов? Тут кабель прохудился. Наверное, оно само отрубилось.
не сжечься. Да не тут, здесь, наверху. Have a bad feeling about this. Строянец, где ты там? Мы нашли генератор и, похоже, причину поломки. I don't think that there are a lot of priests. О, вот и генератор. Здравия. Как я вижу, это была диверсия. Да какая возможно диверсия? Тут кабель прохудился, который плазму подводит. Наверное, оно само отрубилось. Дух машины не захотел сжигать здесь все. Залатать сможешь? Главное хворать. Да, нужен новый шланг. Это почтенный Астартес. Космодесантика до смерти Императора. Никаких повреждений нет. Пацаны, а чего я не знаю? Не наблюдаю. Это почти, но у вас вокс решетка, кажется, повредилась. Ребята, я как бы прилетел, меня сбросили недавно вот сюда. Не подскажете, как пройти воинскую комиссию или как там? Да, нас нужен ремонтный набор. Тебе нужно снаряжение. А, я тут новенький, не подскажете? Вы же объяснили все основы? Ну, смотрите, у меня как бы... Я был фермером обычным, да? И как бы прилетели комиссары и забрали меня сразу. То есть они, получается, на голову мешок не надели, как бы, потому что как бы сопротивлялся, да. Но это не важно. И, в общем, как это было? Они меня сюда сразу доставили, без лишних вопросов, но они меня вырубили. И как бы я вот сюда здесь очутился. Так что я как бы без понятия. Хорошо. Если тебя забрали, значит, комиссию ты по умолчанию прошел. Получается, наверное, да. Ребят, почините, пожалуйста, его сами. Я отведу новобранцев в казарму. Казны. Следуй за фонарем. Уходи. Так, комиссар. Да, гвардей. Это новобранец, он говорит, его комиссары привезли. Прямиком из фермы. Откуда? Ну, я фермер, да, обычный, гражданский. В общем, как-то ехал патруль и решили так остановиться возле моего, ну, так сказать, небольшого домика, да. Как бы вышли два комиссара, как бы, также пару солдат, и как бы они даже не спрашивали. Сказали, ты нужен императору, и как бы направили меня сюда. Так что я вообще без понятия. Вас приписали к 36-му полку? Я не знаю, как там меня приписали. Получается, наверное, да. Вам виднее, наверное. Гвардеец, как звали комиссара, который забрал вас с вашего дома? Они не представлялись. Вы понимаете, что это вздор, и комиссариат не занимается пополнением? Комиссар, я ставлю вас. Роб, follow me. Я просто могу не разбираться. Может, это быть не комиссар как таковой, просто какой-то доступ. И у вас есть идея, как его починить? Нужен кабель дополнительный, запасной.
Он должен быть на комплексе механику. Ты давай, залезай, я подам. We have rope, they can try to sneak to complex mechanicals and take the new cable. Слишком тяжелая броня, я не залезу. Think, wait a minute. Построянница, у нас новый кабель в комплексе механикус, у нас есть 118, он может незаметно прокрасться в комплекс механикус и от сервиторов, пока их там нету, взять кабель, чтобы мы его заменили. Это будет кощунство. Как-то да, но... Мы должны что-то сделать. Дух машин разгневается. Я не смогу починить этот кабель. Нужно более лояльные методы. Тогда мы можем просто зайти и взять его у сервиторов. Это будет разумно. Хорошо. А, Роб, you have a mission. Follow me. Yeah. Fuck! А заебись. Мы завалили миссию, пацаны. Отличная миссия. Ну, все. Миссия выполнена. Это правда. Генератор взорвался, ребят. We failed our sacred mission to solve the cable. Блять. Rob, we have a mission. Follow me. And the server fucking crashed.